Они такие же, как и мы, точно так же видят мир и так же его воспринимают. Они радуются своим удачам и грустят поражениям. У них есть друзья, которых они ценят и которые ценят их. Международный проект «Рисуем вместе» собрал 8 детей от 15 до 21 года. 6 человек в этой творческой мастерской из Рязани, 2 из Мюнстера. У всех ментальная инвалидность, синдром Дауна. Они будут совместно заниматься творчеством, чтобы через искусство рассказать о себе. Главная концепция недельного общения двух делегаций, рязанской и мюнстерской, является арт-терапевтическая мастерская. Под руководством немецких художников дети в течение недели будут творить, все больше рассказывая о себе через творчество, рассказывая о своих интересах, о своих семьях, таким образом преодолевая языковой барьер. В 2017 году такое мероприятие прошло в Мюнстере. Спустя год оно повторяется в Рязани. По словам Натальи Барышовой, подобных проектов в регионе еще не было. Продлится мероприятие всего неделю. По утрам у детей экскурсия по городу и знакомство с культурой и достопримечательностями. В планах посетить конезавод и рязанские музеи. После обеда у детей арт-терапевтические занятия. Всего их 3 за проект. Тема первого дня – «Как ты видишь меня, как я вижу тебя». Главная задача – показать детям, как можно приоткрывать другого человека, любимого питомца или кого-то из своего окружения и посмотреть на него другими глазами. Иногда мы привыкаем друг к другу и не замечаем, что у кого-то что-то новое. Научить их видеть эти мелочи и научить их быть внимательным к себе, к окружению, к другим людям. В большинстве своем дети рисуют друг друга. Только Максим нарисовал свою маму, изобразив ее с короной, а Михаил – своего кумира, Николая Баскова. Михаэль из Мюнстера нарисовал своего рязанского тезку Михаила. Таня же нарисовала Мари Элен из Мюнстера. Еще одна важная задача таких занятий – это минимизировать страх, устанавливать контакт с другим человеком, посмотреть на него, спросить что-то, чтобы изобразить это на рисунке. Дети обретут новых друзей, узнают больше о другой культуре, о другом языке и другой жизни вообще. Тема двух других занятий – лучшие друзья и любимые занятия. 24 августа в партнерстве с Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького состоится открытие выставки итоговых работ под названием «Я из Рязани, ты из Мюнстера. Спасибо за дружбу». Как и в 2017 году, картины покажут в обоих городах. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».